Дензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». Ну вот, скоро придет время собирать урожай. И тогда наша фирма станет самой процветающей в регионе. Эх, заживем! Как? Я не понимаю. Мы почти ничего не получили от продажи такого богатого урожая. Мы банкроты. Ты понимаешь это? В стране финансовый кризис. Спрос падает. Мы были вынуждены продавать по себестоимости. Аудиторы выдали положительное заключение. По бухгалтерии все сходится. Сами видите. Форензика, или как вас там? Мне говорили, что вы можете помочь даже в самых сложных ситуациях. Я вынужден увольнять работников. Мое доверенное лицо Манагер введет вас в курс дела, а наш бухгалтер Финик покажет отчеты. Мы проводим расследование корпоративного мошенничества, которое зачастую и становится причиной проблем, как ваша. Мы выясняем, кто, как и сколько ворует в фирме, пользуясь доверием собственников. Такие услуги называются форензик. Ну-ну, дорогуша, еще и не таких вокруг пальца обводили. Иди, ищи сколько хочешь. Каждый час во время уборки урожая примерно 3 машины вывозят зерно на наши склады, где происходит взвешивание и, соответственно, строгий учет в нашей складской системе. Ситуация в экономике плохая, сами знаете. Кому нужно зерно? Хорошо, хоть по такой цене продали. Иначе все сгнило бы на складах. Не может быть! Я же чуть половину людей не уволил! Зерно не учитывалось в бухгалтерии в полном объеме, так как часть машин с поля уходила мимо вашего склада. А при продаже той части зерна, что доходило до склада, Манагер предоставлял покупателям избыточные скидки за откаты. Меня зовут адвокат Борзый. Я коллега Форензики. По результатам расследования мы можем возбудить уголовное дело, возместить ущерб и наказать виновных. Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».